только когда сильные-сильные морозы. Печку Валентина Алексеевна сейчас разжигает редко, чтобы полюбоваться огнем. А тепло дома теперь благодаря газу. У меня все время 25, вот 24-25, все время очень теплый дом. Почти четверть века Валентина Зацепина работала в Надыме. На пенсии переехала в Тюмень. Здесь и построила частный дом. Это было мечтой. Газ провели ровно год назад, как раз в день ее рождения. Приехали ребята и все мне подключили. Валентина Алексеевна имеет право вернуть часть потраченных средств. Она ветеран труда, поэтому может получить субсидию. Как и другие северяне, ветераны труда, которые заключили договор с компанией-поставщиком. Главное – иметь при себе все нужные документы. Вот с этим пакетом документов наш заявитель идет в, если это город, то это в департамент городского хозяйства города Тюмени. Если это район, то в администрацию Тюменского района. Если газ только собираются проводить, деньги переведут на счет подрядной организации. А если все уже подключили, то можно возместить стоимость оборудования и работ. Марина Осколкова, Клементий Горбунов. Время Ямала. Тюмень.